Всем привет! Сегодня я распакую атрибуты, которые актуальны во время пляжного отдыха. Перед нами три посылки. В среднем по размеру пакете у нас находится маска для подводного плавания. В самом большом пакете жилет для малышей, так как с нами путешествует наш маленький член семьи, который уже совсем скоро исполняется 2 годика. И в самом маленьком пляжная обувь также для ребенка. Как вы поняли из превью, гвоздем сегодняшней распаковки является маска для подводного плавания. С нее мы и начнем. Упаковано хорошо, повреждений на упаковке не видно. Да. Упаковано хорошо. Маска обернута в подложку из-под ламината. Это они сделали правильно, чтобы гасить удары, знают, как работает наша почта. В этой распаковке постараемся определить качество материалов, качество сборки и заявленных функций и комплектацию. Тут у нас мешочек. Сама маска. Так. В описании к товару комплектация должна содержать сумку для хранения. Это мы уже видим. Приятная на ощупь, и такой материал будет быстро сохнуть. Маска для подводного плавания. Затычки для ушей. Затычки для ушей, зажим для крепления экшен камеры металлический и запасной, наверное, уплотнитель для трубки, пока точно не знаем. Так, и сама маска с трубкой. В комплектации все как заявлено продавцом. Хочу заметить, что на редкость очень хорошие отзывы у этого, на мой взгляд, необычного по своей форме продукта. Значит, такая форма зашла людям. У продавца имеются маски широкой цветовой гаммы. Красные, розовые, голубые, зеленые, серые, черные. Я взял классический черный. Ссылка на продукт из распаковки будет в описании под видео. Там же вы найдете ссылки на кэшбэк, чтобы сэкономить на ваших покупках. Теперь рассмотрим маску. Она бывает двух размеров, M и L. M подойдет для детей, L для взрослых. Тут в видео я вставлю фото, как определить размер маски, который вам подойдет. Да, это уплотнитель для трубки. Трубка идет отдельной частью. Один уплотнитель здесь уже имеется. Это запасной. Это очень хорошо. Это плюс для конструкции.
чтобы соединения были герметичны. Трубка внутри имеет клапан. Шарик. Который позволяет нырять или погружаться на глубину и не переживать, что будет затекать вода. При погружении блокируется доступ к воздуху. Попробуем ее одеть. Должна защелкнуться. Все. Иллюминатор маски выполнен из прочного прозрачного пластика. Думаю, это ничем не хуже, чем стекло, а даже безопаснее. Она не должна запотевать, так как имеет раздельные зоны на вдох и выдох. Вдох и выдыхаем. Ремни имеют регулировку. Это позволит хорошо закрепить, чтобы во время плавания она не слетела с головы. На верхней части имеется крепление для экшн-камеры. Сейчас попробуем ее закрепить. Крепить экшн-камеру я буду впервые. Так, и также без проблем закрепилась. Регулировка работает. Этим летом мы отправляемся в Турцию, хоть там и нет красивого подводного мира, но это не помешает протестировать эту маску для скроллинга. Так, на этом, я думаю, по маске мы заканчиваем наш обзор. Если у вас останутся вопросы, вы можете задать их в комментарии под этим видео. Теперь рассмотрим детский жилет. Ух ты. Оказывается, он не надувной. На рукавнике и сам жилет содержит внутри пенопласт, сверху приятная на ощупь ткань. Также крепится ремнем с возможностью затягивания по ребенку. На вид сделано качественно. Также проверим во время отпуска. И напоследок детские пляжные ботиночки. Детские пляжные ботиночки помогут защитить ноги ребенка как на пляже, так и в море. Особенно актуально для галечно-песочного и галечного пляжа, так как защищать ноги от горячего песка необходимо. Тапочки сделаны, поначалу казалось, что из резины, а на деле из пены. Мягкие, красивые. Ребенку, я думаю, будет в самый раз. Ссылки на эти продукты вы найдете в описании.
Всем спасибо, что смотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это отличная мотивация на новые видео. Впереди вас ждут распаковки интересных гаджетов с AliExpress. Всем пока!